Лидер венесуэльской оппозиции Хесус Туриальба заявил своим сторонникам, что после парламентских выборов президенту Национальной ассамблеи Диосдадо Кабельо придется покинуть свой пост. Оппозиция, которая идет на предстоящие выборы единым фронтом, надеется на победу. После долгих переговоров в коалицию, получившую название «Круглый стол демократического единства», вошли 29 партий. «Парламент останется без волос», — заявил Туриальба, имея в виду президента парламента Диосдадо Кабельо. Кабельо в переводе с испанского означает «волосы». Почему? Потому что такое решение примет народ, который хочет перемен и единства оппозиции. Наблюдатели полагают, что впервые за последние 16 лет оппозиция действительно кажется фаворитом на выборах. Однако правящие социалисты уверены в своей победе. «Оппозиция решила пойти на выборы единой партии, но это абсолютно ничего не значит», — заявил президент Национальной ассамблеи Кабельо. «Мы знаем, кто им подкинул эту идею. Главы империалистических стран, которые не хотят, чтобы в Венесуэле был мир. Да, вы можете идти вместе на выборы, но все равно победу одержим мы». На фоне острого экономического кризиса в Венесуэле социалистам все сложнее поддерживать свою популярность. Граждане устали от дефицита многих товаров и высокого уровня преступности. Парламентские выборы в Венесуэле пройдут в декабре.